Всем привет, меня зовут Александр Никитин. Добро пожаловать на очередной анализ. Сегодня будем анализировать доллар-иена. Как обычно, анализ состоит из двух частей. Анализ старшего таймфрейма и анализ торгового таймфрейма. На старшем таймфрейме необходимо определить, что цена делает сейчас, что она будет делать в ближайшем будущем. На торговом таймфрейме необходимо решить, как мы будем входить в сделку в соответствии с предсказанием старшего таймфрейма и, соответственно, исполнить сделку по собственному решению. Так, как надо проанализировать старший таймфрейм? Давайте я вам кое-что покажу. Прям идите в историю буквально, да, и смотрите на поведение цены. То есть, видите? Что тут было увидено на этом поведении цены? Очень простая вещь. Цены двигаются либо вверх, либо вниз. Это истина настолько банальная, что тут даже говорить о ней не стоит. Но важно другое. Почему-то на каких-то там уровнях, на каких-то там при достижении какого-то значения цены разворачиваются. Почему-то. Неважно, почему там кто-то начал продавать, вышла экономическая новость или еще что-то, просто цена разворачивается. И если вы понаблюдаете внимательнее, да, то когда цена второй раз подходит к тому же самому уровню, она обычно разворачивается. Даже если цена пробивает какой-то уровень, да, обычно она подходит и уже разворачивается с другой стороны. Это основы основ, так называемые уровни поддержки сопротивления. Надеюсь, вы все о них знаете. Вот так. В чем же тогда задача состоит? Задача состоит в том, чтобы найти наиболее надежные точки разворота и сквозь них прорисовать горизонтальные линии. Допустим, как вот здесь. Развернулась. Здесь вот развороты, опять подошли к этой точке, опять развороты, и сейчас где-то в этом зоне же и находимся в разворотной. А для того, чтобы нарисовать эти наиболее важные разворотные зоны, я создал специальный индикатор, который называется индикатор фрактальных зон. Действует он очень просто. Прям, я не знаю, как просто. Вот двойной щелчок, все, и он вам рисует зоны. Красная зона, зона продажи, зеленая зона, зона покупки. Все. Ничего тут больше знать не надо. Даже младенец с этим делом справится. Итак, определили, что цена делает сейчас. Она находится в красной зоне. Предсказание, что цена сделает в ближайшем будущем, немножко отскочит. Все. Нам этого достаточно. Значит, мы собираемся продавать. Идем на торговые таймфреймы, и первый таймфрейм, который я вижу, это 4-часовой. Я вижу паттерн, моими причинами для входа являются паттерны. Просто так я не вхожу, не продаю, вот цена в зоне, все, давай, продавай. Нет, я ищу паттерн, мне нужно определенное соотношение колебаний между собой, которые образуют паттерн. Либо Гартли, либо летучая мышь, либо Сайфер, либо бабочка. Вот. Так. Как эти паттерны? Ну, нет смысла их все объяснять. Все очень просто. Я также создал специальный скрипт, который сам по себе проанализирует необходимые участки движений, которые я ему покажу. Показываю на этот участок, на этот и на этот. Он все между собой посчитал и сказал, что данное движение – это паттерн Гартли. Также он прорисовал сделку, соответственно. Синяя линия – это продажа, красная линия – стоп-лосс. Понятно, есть красная линия выше – чем уровень входа, то понятно, что это продажа. Take profit вниз. То есть мы надеемся на то, что цена пойдет еще ниже.
У меня уже сделка эта активна, я уже в ней вовсю. Продажи начались. Так, можете подождать, пока подойдет цена, опять вернется к этому уровню и инициировать свои продажи. И целью будет здесь, значит, уровень 103.976. 104 нормально будет. 103.976 плюс спред 104 ровно. Отличный уровень для того, чтобы взять прибыль. В данном месте, как мы видим, вот эти вот хвосты вот этих свечей, какие-то там нерешительности, и также опять здесь и здесь. С одной стороны, он выступает как магнит, он туда цену тянет к себе, притягивает. С другой стороны, могут возникнуть трудности с преодолением этого уровня и движением более ниже. Поэтому закрыть позицию здесь будет неплохой идеей. Вот и все, анализ закончен. Продаем и выкупаем назад в случае, так сказать, победы и в случае поражения. Вероятность у Гартли составляет вместе с применением фрактального индикатора около 70%, так что неплохая сделка. Надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте свои пальцы вверх, подписывайтесь на мои следующие видео. Ну а до тех пор торгуйте свой план, планируйте свои торги. Меня зовут Александр Никитин. Пока.